Непосредственно незадолго до смерти у нее в гостях побывали ее друг и известный исследователь Центральной Азии Карл Маннергейм и известный ориенталист Поль Пильо. Фотография с ними в юрте стала достаточно известной. Еще одним эпизодом из такой вот непростой жизни Курманджан Датхи может быть история о пожаловании ей в 1881 году пожизненной пенсии. Как раз в феврале 1881 года тогдашний генерал-губернатор Ташкента Константин Петрович фон Кауфман получил от нее прошение, просьбой о помощи. Курманджан Датха достаточно сильно нуждалась, и несмотря на то, что она занимала достаточно высокое положение, падеж скота и неурожай привели к тому, что она оказалась в таком достаточно стесненном положении.